Детское радио представляет. Про лень, пельмень и бегемота. Ух ты, наконец-то я добралась сюда. Это ж прославленный город, только вот слава у него какая-то. Как хотят про какое-нибудь захолустье сказать, так сразу, как в Урюпинске. Если б знали эти умники, что за город обижают. Ведь город-то героический. Основали его казаки, чтоб родину защищать от набегов разных. А что за красоты тут? Даже у меня, видавшей виды путешественницы, дух захватило. Река одна чего стоит. Хопер, между прочим, называется. А знаете, что Урюпинск – это столица российской провинции? Вот то-то же. А что сюда я летела-то? А, вспомнила. За носками пуховыми. Тут же носки, платки, варежки из козьего пуха. Самые лучшие в России. Да что в России? По всему миру они славятся. Что? Почему только носки? А ты представь, что будет, если я варежки на крылья натяну. Нечего хихикать. Лучше скажи, какой памятник урюпинцы больше всего любят? Козу? Молодец! Правильно! Вот она стоит, белая-белая, и козленок к ней прижался. Только вот у него нос вечно испачкан, потому что все знают, нос потрешь козленку, и любое желание исполнится, А почему они у вас тут стоят, знаешь? Эх ты! Потому что коза кормилица. Молоко? Да, конечно, очень полезное. А еще здесь испокон веков торговали чем? Шевели мозгами-то. Я тебе про что говорил только что? Про носки! А еще про платки, варежки пуховые. А пух откуда? От козы. Что? У козы шерсть, а не пух? В том-то все и дело, что у урюпинской козы такая шерсть, что лучше пуха. Сколько раз пробовали ваших коз в другие города увозить, а нет, на чужбине шерсть у коз раз другая становится. Нет такая. Поэтому уже много лет едут люди в Урюпинск на пуховую ярмарку, чтобы купить самое лучшее. Потому здесь и называют козу кормилицей. Потому здесь коз в два раза больше, чем людей живет. Ох, заболтался я с тобой. Полечу на пуховую ярмарку за носками. А то что-то кость у меня ловит. Наверное, погода меняется. Все. Летела. Счастливо оставаться, Про лень, пельмень и бегемота.